Привет, друзья! Меня зовут Евгений, и вы смотрите канал View Pro News. Мы продолжаем играть в Verloc Festival of Magic. Это новинка для Wii U, как ни странно. RPG достаточно с таким большим миром, интересной историей. Ну и по возможностям пока сложно судить, но вроде бы они тоже, возможностей здесь достаточно много. В первой серии мы познакомились с девушкой Иви, которая как раз стажировалась, ну, сдавала экзамен на пилота. И вот с парнем по имени Амон, искателем сокровищ. Мы нашли одно из сокровищ и сейчас вот хотели его предложить вот этой девушке, продавцу, леди Эванду. Но потом к нам подошел зверек, не помню, как его там зовут. А что это я со Спарксом начал говорить? Непонятно. Послушай, послушай. Я видел странных... незнакомцев вокруг. Я надеюсь... Strange Fox. Не беспокойся, ты беспокоишься слишком много. Каких-то он незнакомцев там видел. Так, арена мастер. А, вот здесь мы сохраняться можем. Так. А, еще что, кстати, появилась карта на геймпаде. Что удивительно. И вроде как на ней отображается мое местоположение на этом острове. Почему удивительно? Потому что разработчик вроде как говорил, что отказался от поддержки Wii U геймпада в этой игре. Ой, блин, зачем я вышел? Так, у нас что? Что у нас по заданию? Мы, получается... А, нам теперь нужно отправиться в другой город... Вместе вот с этим зверьком, то ли заяц, то ли кто он там, говорящий. Отправиться с ним в другой город, чтобы больше узнать про вот этот камень, который мы нашли вместе с нашим дядей. Так, а мы с ней уже разговариваем. А, вот. Вот этот зверек Нарт. Привет, высокие совы, высшие совы отправили меня. У меня есть сообщение для Оли Алагбато. Не знаете ли вы, где я могу найти ее? Последний раз я слышала слухи, что она отправилась в Раму. Свамплендс какие-то. Какие-то земли. Да, к северу отсюда. Не очень далеко, я покажу тебе. Спасибо за помощь. Как она там, смотрящая сова. Хогбани. А, вот этот зверек Хогбани. То есть кролик и с чем-то смешанный. Возможно, лис Спиди Лонг. Окей, сэр Амон, мы отправляемся
Так, какие-то дикие местности. А, мы должны пройти. Да. Дикие местности. Это безопасно? А, безопасно вместе со мной. Так, ну хорошо. Теперь у нас есть... Ой, не туда. А, вот, кстати. Вот такая вот карта отображается на геймпаде. Ну, только без всяких обозначений и без... Ну, по крайней мере, никак не активно. Просто указывается вот белая точка, где я нахожусь. Даже без стрелочки. Так, мы находимся в Забере. И у нас, я так понимаю, вот внизу слева это наше назначение, задание текущее. То есть найдите Олию и в Рамусвэм. Так. Как ты, наверное, знаешь, я попробую защитить мою... сохранить мою карту. Заносить. Я попробую ввести мою карту, то есть рисовать. Настолько хорошо, как у меня получится. Я рисую посещенные, отмечаю посещенные места и подписываю локации. Давай посмотрим. А, вот это он как раз карту нам нарисовал. Так, это Забер, а вот это у нас как раз Вэм. Окей. Нам, значит, туда. Хорошо. Вроде бы я в правильную сторону пошел. Немножко загрузки здесь долговато проходят. Ну ничего, зато можно разглядеть приятную картинку. А не просто смотреть на вращающийся кружочек в углу экрана. Угу, о как. Прям с высоты птичьего полета. Это, я так понимаю, город. Ай, блин. Извиняюсь. Случайно зашел в город. Вот они бы хотя бы там подходишь к городу и выдавалось бы какое-нибудь сообщение, что хотите войти в город? Там, да, нет. А так случайно подбежал и все. И ты заходишь в город и ждешь эту загрузку. Потом выходишь из города, ждешь опять эту загрузку. Конечно, здесь немножко они не доработали. Ну, пока что это не сильно раздражает. Ну, вот здесь как раз рассказывается про статуи сохранений, что все подземелья и города содержат одну из статуй сохранения. Поэтому постарайтесь их найти. Осмотрите окрестности в поисках этой статуи. Так, ладно, пойдем. А вот здесь еще как раз и на R можно вращать. А до этого нельзя было, находясь там в городе где-нибудь. То есть там камера была фиксирована. А здесь, я так понимаю, это у нас уже элемент открытого мира. Здорово. Так, тут всякие... Интересно, я здесь один или с этим сражаюсь? Ну-ка.
точно с мышонком. Эй, Амон, Гнард. I'm of... Я новичок в этой битве и... В путешествии. Но я попробую помочь всем, чем я могу. Так, в моем хранилище, в моей сумке я могу лечить членов отряда с помощью реджин. Ну, видимо, регенерации. Я также могу использовать клуб сделок, чтобы снизить урон, но не намного. Ты знаешь, я немного нервничаю в битве, но если я сфокусируюсь, да, то есть в состояние сфокусированности, я умнею и запоминаю все, что происходит. Находясь в состоянии фокуса, я могу набирать энергию для другого отряда, то есть усиление. Спасибо за помощь, Гнард. Хорошо знать, что мы команда. Так, ну хорошо, что у нас тут? Тут есть чинж. Так, регенерация и клап. Так, а чем он атакует? Не понял. А, он чисто волшебник, что ли? То есть он, похоже, никак не атакует. Ладно. Так, давай. Огненным. Ух ты, он еще и контратакует. Так, Б. А, он все-таки может атаковать, получается. Так, огненный как-то не очень действует на него. Ну-ка попробуем. О, этот помощнее. Такие заряды. Так, атакуем. Ой, а зачем? Или что это? А, то есть это он усилил атаку. Хорошо. Ой. Не понял, он что там, восстановился, что ли? Ой-ой-ой, я загорелся. Ой-ой-ой. Быстрей. Быстрей добиваем его. Так, плюс 20 к атаке. А, это мы... Нет, лучше на себя. Так, какой-то супер режим можно активировать, когда полностью набраны боевые очки. Так, ладно, сфокусировались. Да ё-моё. Да хватит уже. Давай, добивай его уже. Такой смеется у него, самого голова горит.
капюшон, точнее. Так, ладно. Слабенький, конечно, наш этот зверек помощник. Так, нам наверх, судя по карте. Я думаю, нам сильно смысла нет с пути уходить. Эй, ай, блин, зачем я на нажал? Так, ладно. Так. Да, сначала, наверное, летающего будем подбивать. Вот эти грызуны, они много раз ударяют. Так, один минус. Регенерация. Ну, давай его излечим. А, не понял. А, вот. Я думал, то только себя и врага можно регенерировать. Так, давай, лечи его. О, отлично. Вам получай пощечину. Ой, кролика подожгли нашего. Ух ты, он же атаковать еще может. Отлично. Так, какое-то ядро и клык получили. Бонус уровень чуть-чуть подтянули. Хорошо. Так, наверх нам не надо. Нам нужно куда-нибудь, да, вот здесь пробежать. Но островок тут такой небольшой, я смотрю. Видимо, тут много таких будет земель. Здесь ничего нету. Тут вдруг. Ну, здесь, в принципе-то, никаких больше активностей нету на карте. То есть можно просто бегать и все. И осматривать окрестности. Так, ну, я так понимаю, нам сюда. В этот город. Как он там, Рабу называется? Как здесь таинственно. Так, посмотри на эти развалины вокруг нас, Омон. Я люблю узнавать больше об истории таких мест. Я создам ментальную запись для моего возвращения к великому архиву, или во время моего, то есть он, видимо, ведет как раз описание таких мест. А, и вот он цитирует, я так понимаю. Гнарт, ты должен найти книги на в задание книги об месте Раму Тчик. Что такое Тчик? Я просто не могу ждать, пока не прочитаю об этом мистическом секрете. Гнарт, попробуй меньше говорить,
больше только меньше говорить. Что-то я не совсем понял, что он имеет в виду. Эта женщина, которую ты разыскиваешь, отправила это сообщение. Да, мисс Алагбато. На мою удачу она, возможно, где-то в глубине, то есть этой местности находится. Не очень хорошо. Не пахнет. Это плохо. О, ты думаешь, возможно, мой нос слишком чувствителен? Он не чувствует ее запаха, видимо, поблизости. Так, камон, я думаю, ты слишком чувствителен. И я думаю, твой запах немного. Что он имел в виду про запах? Так, хорошо, ладно. Ты кто? Привет, какая-то сова. Наблюдающая сова. Я Гнарт, Тигермот. Мы на задании от гнезда. Ты можешь нам помочь, мисс... Миссис Люция Торнклав. И, конечно, мистер Тигермот. Что я могу сделать для вас? Мы ищем женщину, Оля Алагбато. Я боюсь, я не видела никого с таким именем. Дорогой кролик, будем так его называть. Но если я увижу ее, я сообщу тебе, что ты ищешь ее. О, отлично, спасибо тебе. Это случайно не руины, Брукер Ден? Правильно? Да, это слева от пиратского гнезда. Я здесь исследую это место для моей следующей писательской работы. О, отлично. Лучше запомню этот запах твоей книги. Лучше запомни включить этот запах в твою книгу. Что-то наш кролик все про запахи да про запахи. Так, нам сказали, что мы можем везде найти. Вот и сохранение наше. Так, ну хорошо. Сохранение, сохранение. Сейчас посмотрим. О, сколько там всего тут дали. Так, это лодка. Хорошо. Сейчас мы просто посмотрим, что здесь у нас находится, и тогда уже можно будет спокойно сохраниться. Ого. Так, лягушки, понятно, но здесь... Ой-ой-ой, бежим, бежим, бежим. Хотя можно, в принципе, с ними сразиться.
Так, у нас первый удар. Так. Какая-то там смерть. А, это сбежать с битвы? Нет. Сбегать с битвы не надо. Это зелье. Это способности. Так, я думаю, мы можем попробовать атаковать десятку. Ну, ладно. Допустим. Так, что мы еще можем отметить цель? Ага, снизить их защиту. Ну, допустим. Ладно. Фу. Ой, это яд какой-то. Еще и вода. Похоже, она отравленная. Давай, давай, добиваем его по-быстрому. Еще листвой какой-то. Отлично. А это кто у нас? А, это за ним растение находилось. Так, нет, восстанавливаться нам не нужно пока. Промазал. Ты зачем промазал? О, бластерс. Ага, у меня появилась возможность использовать спецудар. Бластер S. Да, Мон. Когда ты активируешь Battle Bond, ты можешь увидеть, получить супер возможности. Количество суперсегментов зависит от твоего уровня баунда. Чем больше уровень бонд, тем больше сегментов ты можешь иметь для атаки. Так, Fire Blast S и Spad Blast S. Ну, давайте попробуем Fire против огненного. Три типа урона. Ого! Сожгли. Прикольно. Ну, здорово. Хорошо получилось. Так, мы как раз сундучок открыли. Так. И теперь, для тех, кто досмотрел до этого места, сейчас будет небольшой сюрприз от портала ViewPro и от разработчиков данной игры. Мы подарим код на активацию бесплатной версии игры. Ну, полный, естественно. Так что вот сейчас, прямо сейчас показывается этот код и ссылка для быстрой его активации. Если ты это смотришь первым, то тогда тебе повезло, и ты сможешь установить эту игру и играть в нее. А если же кто-то тебя успел опередить, ну, не расстраивайся. Кое-что еще по секрету скажу. В следующей серии мы также спрячем еще один код. Так что это наш с тобой будет секрет. Так, что у нас? Ну, дальше, я так думаю, поиски-то он нам... Поиски наши затянутся. Ой-ой-ой, нет. Бежим, 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 бежим. По-быстрому. Они тут постоянно, похоже, респаунятся. Так, пойдем сейчас сохранимся, и я думаю, на этом уже можно будет заканчивать на сегодня. Так, я еще хотел посмотреть. У нас тут появились предметы.
А, это дополнительные еще карты добавились, которые мы можем использовать вот здесь. Где тут? А, не бонс, вот таленс. И добавлять. А, нет очков. Так, и наш бестиарий еще пополнился вот такими. А, здесь как раз показывается, что это тип растений, что они стойкие против воды, земли и парсинг ветра. И уязвимы против огня, видимо, ударов и взрывов. Ну да, и тот, и другой. Вот как-то так. Карта. А ну, карту мы смотрели. Обучение. И дневник Гнарга. Да, остальное мы, в принципе, уже рассматривали. Ну что ж, думаю, на этом мы можем завершить на сегодня. А продолжим в следующий раз. В следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, на паблик, на твиттер. Заходите на наш сайт view.pro. У нас много интересного. Всем пока!